Продолжается тотальная чистка в Министерстве обороны России. Специальная военная операция оголила нарушения, которые происходили в этой структуре. Так, на этой неделе был арестован полковник Александр Денисов. Выяснилось, что оборотень продавал двигатели для танков, которые были на балансе армии России. За полгода защитник Родины похитил 7 двигателей для танков на общую сумму более 20 миллионов рублей. Кто являлся покупателем двигателей для боевых машин и где они сейчас используются, не против ли России на полях боя? Вопрос остается открытым. В настоящее время следствие устанавливает всех подельников Денисова, а самому полковнику грозит 10 лет лишения свободы. Пришло время возвращать стране предприятие. После развала СССР через подставных российских лиц Запад смог выкупить контрольные пакеты акций важнейших предприятий, в том числе оборонных. Сейчас же западные партнеры из-за санкций сами разрывают договоры с РФ. И прокурорские проверки выявили, что предприятия либо разворовывались, либо приносили доход невидимым властителям за рубежом. Цементные заводы Людвига Меркли, коммерческий центр «Транспорт и лес» Александра Абросимова, ООО «Порт Пермь», СИП «Мир», «Урал Биофарма», СИПЭКО, АО «Волжский Оргсинтез». Вот только немногие предприятия, вернувшиеся домой. Так многие европейские миллиардеры остались без своих честно сворованных в 90-е годы предприятий. Все это говорит о том, что национализация идет полным ходом и при этом законно. Редакция «Моменты истины» также продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.